Ми зараз чекаємо на наті, але за 10 хвилин фактично розглянули таку величезну справу. Чому так швидко? Мені здається, що тут існують певні нормативи часові. 10 хвилин ці справи розглядаються. Долі людей вирішуються впродовж 10 хвилин. Приговор Московского городского суда от 4 июня 2018 года в отношении Сущенко Романа Владимировича оставить без изменений апелляционную жалобу без удовлетворения. Судебное заседание объявляется закрытым. Ситуации, касающиеся Романа Сущенко, с ним строгая колония, значит, с учетом обвинений по 276 статье о шпионаже, это должна быть там какая-то известная степень изоляции. Ну, извините, за три разговора, которые вменяются Роману в вину, и, так сказать, вся фабула обвинения, значит, отправить человека на 12 лет, значит, к Северно-Ледовитому океану, мне кажется, что это, так сказать, чересчур даже для российской власти.